Соревнования для самых мужественных. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь» прошел турнир по дзюдо, посвященный Дню защитника Отечества. На соревнования приехали более 200 спортсменов в возрасте от 8 до 13 лет из разных городов Подмосковья. Мальчики и даже девочки с азартом боролись на татами, не оставляя никого равнодушным. С этих турниров начинается более, это подготовка более к высоким соревнованиям. И многие ребят, даже взять там призеров области, ЦФО, многие проходили через этот турнир. Уже поколение проходит и занимали там кто-то в составе сборной России, кто-то в составе сборной ЦФО. В таких соревнованиях закаляется мужество и воля к победе. Победителей, призеров наградили медалями, кубками и грамотами. Львиная доля первых мест в разных категориях досталась серпуховским дзюдоистам.